Короче, выписано. Ой, Арния. Протокол Ария. Они все-таки какие-то мощные эти собаки. Их ничего, блядь, не берет нахуй. Я тут в общем-то уже был. Но. Все равно 3 удара надо, нахуй. Ну-ка, холодно, если сколько. А холод на них вообще им насрать. Холод вообще не вариант. Видимо, это роботы, да? И им насрать. Дали кровин поддержки легиона. Что? Кровин поддержки легиона. Кровин поддержки легиона. Так, что у нас аспекты? Солдат. Усиление обычного оружия. Что значит обычного? Вот мой дробовик это обычное, блядь, или необычное? Хер пойми. Короче, как мочили меня, как валили меня, точнее говоря, так и сейчас валят там. Вообще насрать. На все мои прокачки, не прокачки. У меня такое ощущение, что чем я... Чем я выше по уровню, тем сильнее меня валят. Вот какое у меня ощущение. Я сюда 50 уровень приходил. По-моему, ловчей справлялся, чем сейчас. Сейчас у меня какой уровень? 64. Вообще похуй. Ну тут, конечно, молот-то не этот надо. Так что надо? Ты ледяной кувалду вот надо, да? Типа... С FPS-ом тут что-то тоже беда. Что? Ваншотится? Thank you.
Ага. Подожди, я не понял сейчас, блядь. Вот эта хрень ваншотит? Охренеть, блядь. Вообще не знал. Ну-ка, подожди. Подожди. Давай тогда по-другому сделаем. Блин, так это мне тогда надо... Охренеть. Длинноствол, 10 патронов. Семьдесят пять урона. Так, ну. Десять патронов, 11 желтой херни надо. 11, это что такое? Блять. 11 чего надо, нахуй? А, 16. 16 восприятия надо, да? Это надо, значит, 45 тысяч где-то, да? С этими емкостями еще хранилище байтов. Во, вот это, да, имперский палач получается. А получше есть что? Имперский палач. Ну хрен знает, наверное, нет. Тоже, в принципе, на стол пепли. Да ладно, у меня базовых компонентов нет. Офигели, что ли? Ладно, давай попробуем. Хорошо, блядь. Да, что-то не особо он ваншотит их. А, это не то, блядь. А, тут два патрона. Ах ты ж. А в том три патрона. Ха-ха-ха. Девятьсот урона. Ну, блядь, да. По человечу, конечно. Подойди только еще. Перезарядка, пиздец, заебешься ждать нахуй. Ебать, какая долгая. Не.
Где мой этот был? Длинноствол пепельных, да, вроде? 186. Имперский палач, длинноствол. Шторм стражей. Блять, как неудобно сделано вот этот пиздец. Так, сюда я чуваны. Имперский палач. Змеелова. Вот, вот. Вот это, да? 10 патронов. Ну, блин, тоже. Восемьдесят. Ну, урона, конечно, поменьше, чем того. Да хрен знает, что лучше вообще говоря. Ладно. Пойду до босса добегу. Блин, тридцатка душ, офигеть. Пойти потратить, что ли? Давай меня там сейчас. Или здесь завалят. Или нет. Ну, я застрял. Теперь он застрял, смотри, смотри. Пойду потрачу души. На боссе я все равно с первого раза не разрулю ситуацию. Че опять дряблось? Пистолет легиона. Зачем он? Так, что же мне прокачать-то? Бонус к критическому удару. Ну давай.
Я, кажется, понял. Восприятие. Бонус, вот это восприятие. Бонус критическому удару. Короче говоря, критический удар — это никогда они нахрен падают. А у каждого моба есть уязвимое место написано. И вот когда ты по этому уязвимому месту попадаешь, это засчитывается как критический удар. Идите вы в задницу, я вот отсюда буду ходить к боссу. Отсюда проще. Надо вот только вспомнить. Ай-яй-яй-яй-яй. Где-то здесь. А, вот. Блин, опять 12 тысяч душ надо. Надо в два раза больше, но 12 тысяч, ладно. Двенадцать тысяч не жалко. Ты? Если бы они помогали еще, бля. Качаешь, качаешь левели, а толку нихуя нет, блять. Так. Ну вот это уже получше. 5 фляжек плюс... В смысле, минус 3 хп, но... Ладно, это сойдет. Так, тут что? Вспомнить. Бля, ну я же прыгнул. Так, ладно. Минус одна. Мандраж, мандраж какой-то, мандраж. Мандраж. У меня мандраж. Мандраж отпусти. Так. Мандраж, 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 уйди. Ай-яй-яй. Я не знаю, тут я вот все вперед хотел сходить, что там смотреть, но... Пока босса не убью, я доходил до какого-то места живой. Ну, до конца не доходил. Может, там еще что-то есть, но я сначала на босса пойду. На босса я хожу так. Хотя, может быть, это единственный путь к нему. Хрен его знает. Тут я делаю так. Так, открываешь. Оп! Открываешь. Оп. Так, открываешь. Готов. Надо было, конечно. Блять, не умер нахуй. Пидорок.
не достреливаю. Умер, умер. Так, теперь тут еще один есть. Вот он. Блять. Пидорок. Делай что-нибудь, сука, не стой, блядина. Вот опять два. Все, я покойник, нахуй. Почему ты не падаешь? Ты же падал, сука. Твою мать! Может быть, на них огненный лучше будет вообще-то. Беги, ёп! Лохматый. Так, тихо, ребятки. Тихо. Блин, по-моему, я опять туплю. По-моему, там есть обелиск. Или нет? Может быть, вот здесь обелиск есть в конце. Может, пройтись, хер знает. Потому что оттуда бегать, блядь, далековато. Дезморалит. Надо, наверное, в натуре пройтись тут. Ну-ка, дай-ка. Должен быть обелиск. Не может быть такого, чтобы оттуда бежать столько времени до босса. Оно не столько... Ну, короче, хилок не хватает просто. Добежишь, а хилок нет. Да и дезморалит, конечно, тоже.
Тут бы, конечно, снайперку использовать, но что-то мне лень так целиться. Хедшоты, блядь. И хедшоты. Это что за хрень? А, вы и здесь есть, что ли? Написано крип протокол. Блять, у меня еще столько протоколов нет, оказывается. Это просто пиздец. Уже, наверное, 4 штуки насчитал. А протоколы с боссов падают. Хотя, может быть, ну, может быть, не только, вообще-то говоря, хрен знает. Но вот такие обозначенные, то есть, по-моему, только с боссов. Блять, это не та клавиша, ёб твою мать. Паника нахуй. Вот там я точно не был. Я вот до сюда, по-моему, доходил. Блять, здесь меня убивали. Но не сегодня. Вы тоже стрелять умеете? Офигеть. Лечись давай. Ого, ого. Не, ну до этого я точно не доходил. Что-то я сейчас не врубился. Я думал, это вот эти стреляют. Ладно, пофиг. Собрались. Сконцентрировались, блядь. Концентрейшн, блядь. Что за падла там вылезла? Ну да, если целиться, то нормально, конечно, но, блин, это же лень. А, то есть они не ваншотятся, но догорают, я так понял. Потому что молот поджигает. Может, я вообще к другому боссу? Я не знаю, куда я здесь не был. Охлаждающий. Ух, ебать. Как бы мне вас так? Тебись от него, сука! А, бля, ты мне не то стоит, твою мать! Да, вот он догорел. Улучшение внимания, блядь.
нахер. Ага. Разные компоненты. Ну чё за, блядь, снайперки, ёпта. Они достают на том расстоянии, когда меня противник замечает. На расстоянии агры, короче. Ну это, блядь, это неправдоподобно маленько. Ну я поэтому и выбрал дробовики. Хотя, если честно, то нет. Я дробовики не выбирал, я просто выбрал силу персонажа. А мне в награду за силу дали дробовик. Вот, и он мне как-то сразу так приглянулся. Я ни в одной игре дробовики не любил. Ну, кроме как, наверное... Так, опа, я сюда могу попасть. А, ну вот, пожалуйста, блядь. Не, ну, наверное, надо сохраняться, чё я. Чё я мост парю? Тут что-то еще есть, блядь. Гладкий мрамор. А чё, Что написано? Цитадель Алекс. Не-не-не, я не хочу! Да блять, зачем? Я просто открыть посмотреть. Алексион. Алексион, блять. Что, блять? Еще одна локация, да вы издеваетесь. Офигеть. Офигеть. Тут меня что удивляет-то? Еще какой-то, блядь. Что не обязательно? Скелет протокол. Блядь, это вообще бизнес. Шел к одному боссу, пришел хер пойми куда вообще, блядь. Не понял. Не. Ребятки, я сюда потом подойду. Вы уж меня извините, конечно, но я так вообще запутаюсь. Я пойду сейчас дальше. Протокол скелет. Офигеть. Че я говорил? Идешь, одного босса убиваешь в игре, ну все, думаешь, локация закончилась. Потом такой возвращаешься в этот в алтарь. Чё-то не то, блядь. Ничего никто не говорит, ничего не случилось. Чё за херня? Ладно, пойду еще раз схожу. Заходишь еще раз в эту локацию. Ходишь. Херак, еще какое-то место новое, блядь. Чуть дальше проходишь, а там еще один босс. Ёптать. Там еще столько, оказывается, неоткрытого в локации, что просто пиздец. Вот меня чего удивило. Так. Игольщик полярника. Что, блядь? Оно мне надо?
Блин. 13 тысяч, ну ладно, пофиг. Так, шел я туда, правильно? И вот здесь, в этой локе то же самое. Я до суда не доходил никогда, все к боссу бегал. А босс там, он... О, защита какая-то или что-то дадут. Ну-ка. Боезапас на 20%. Офигеть, блин. процентов хорошо. О, церевый указ. Еще, мне еще один церевый указ, и можно будет шкатулку открыть одну, я которую помню. Ты чё такой прочный-то? Из церия, что ли, ёптать? Блять. Фляжки отобрал, пидор. Ударная пушка. Получается, есть свои большое, что-то крошечное. Блять, не успеваешь прочитать, ребят, ну нахрена так быстро-то? Это же важно. Ебать, ебать. Хорошо, что он тоже упал. О, еще один целевый указ. Хорошо. Я теперь знаю, куда можно сходить. Как ты промазала? Она летать умеет. Охренела, что ли? Ебать, да как так-то? Там еще было хп. Ни хрена себе. Я таких мобов не видел. Которые взлетают. Ну, это нормально. Мало мы что ли по щам получали в этой игре. Я получал со своим персом. Душ там есть. Так, а почему я туда пошел, а не сюда, например? Хрен его знает. А, потому что здесь это стояло. А, ну мне туда и надо, да? Ну да. Но если не слоупочит, то все нормально, в принципе. Отстрелялся, перезарядись. Перезарядился. Отхилился. Отхилился. Иди дальше. Так, это я забрал. То можно сдалека, наверное, грохнуть. Чтобы не отсвечивал.
Да. Ну я же отошел. Блять, блять. Как он меня так убил? Я не понимаю. У меня фул ХП было, блять. Он ваншотит? Серьезно? Рили? Йос. Бля, ну я душу-то забрал, да? Не, ну он достал, блядь. Второй раз подряд. Фига себе. Ждали вас тут, ёп. Придут ведь, да? Придут, блядь. Что дропнул, а не заберу. Шприц, шприц, хорошо. Ну чё, хилка чё, блядь? Сейчас опять. Как вчера будет. А че не здесь, блин. Эй! Ты меня увидел уже, что ли? Сука ебаная, блядь. Где эти зеленые сучки? Где твари зеленые? Алло? Ну-ка, может его это? Ваншотнуть? Готов, нахуй. Я хоть ничего и не понял, блядь, но он умер, нахуй. Так, можно идти туда, можно идти... Собственно, только туда и можно. Задумался, извините. Не увидел вас. Покойничку, блядь. Так, куда идти? Налево или направо? Хороший, блядь, вопрос. Ебать, еще какой-то проход. Ебать, еще один прототип нужен. Хроматический, блядь, протокол. Так, код поддержки, емкость, большой лучший набор собирателя. Код поддержки это... Это для кольца, для очередного. Ладно. Ебать, вы серьезно? Там пиздец еще сколько, блядь. Локация, ёпта. Блять, меня сейчас тут завалят нахуй, пидоры.
хотели завалить, в смысле. Ты мне не нравишься. Ты вообще-то тоже, но... Ладно. Я вот все думаю, может, с этих и падает, но нет. Сколько уже перешиб. Не дают. Там еще в главном зале, в принципе, есть один ГГ. В смысле ГГ. NPC. Может его грохнуть, с него упадет. Засада, блять. Сука. Блять, вообще на ни на секунду расслабляться нельзя, пиздец. Ёж такой. Слоупотишь, а тут он дал чё. Пиздец мне нахуй. Ну и пиздец нахуй чё. Пришел, называется. Полудохлый. Без хилок. Сейчас вот здесь сдохнешь, что даже потом хрен добежишь опять. Хоть обратно иди. 28 тысяч, но пофиг, в принципе. Блин. Вас еще тут не хватало. Ты будешь бить, нет, козел? Опять КРПшку юзать. Что такое? Специальный компонент. И что? Аж две штуки. Зачем же я сюда иду-то, а? Чтобы меня убили в конце, да? А, ладно. На КРПшку еще сделаем. Опа, лесенка. Блин, спуститься что ли? Да. Вот я всегда так КРПшку заюзаю, бац, блять, а тут этот шортик, туда шортик, обелиск. Так, ну это не надо, да? Ударная пушка надзорщика. О, а это же, бля, это же 6,6, 12-зарядная. Эх ты, ёпты, так она ничего такая, если её улучшить-то.
12 базовых уже надо, блять. Офигели, что ли, козлы? Да, но это у меня улучшено уже до плюс 5. Осталось последний уровень. А это улучшено только до плюс 2. И у нее уже... и она всего лишь хуже сейчас на 14. Урон на 14. Хуже. Она лучше будет. В итоге. Так, вот это надо разобрать. А, нет, я не хотел старый карабин что-то разбирать. Хочу разобрать все. Ладно, я ничего не буду разбирать. Я пока что... Хотя надо, конечно, ее потестить. Так, уровень. Но это обычное оружие, да? Что у нас обычное оружие? Вот это, да, мастерство. Все ли необычное оружие? Давай. Так, и обелиск чего это? Аспект какой-то еще новый есть. Фига себе, восстанавливать здоровье при убийстве противника. Вы серьезно, блядь? Ой, как она называлась-то? Инкубатор? Куб? Этот? Вместо рыси? Восстанавливает там, не знаю, на 3 хп, наверное, да? Как обычно. Посмотрим. Так, тут что-то нету, ничего. Зачем выдали? Так, и тут две лесенки есть. Одна туда, другая туда. А куда мне? А мне куда? Пришел я, по-моему, вот отсюда. Придурок пока в пол смотрел, его убили нахуй. Долбоёб. Я вообще-то на урон смотрел. Сколько это пуха урона дает. Ну, вроде ничего. 12-зарядная. Ну, а так и та 12-зарядная. Вообще-то чё я. Офигеть! Ебать тебя в сраку.
Я на сколько метров отошел от костра? Ну, метров на 50, наверное. И меня уже считай, убили. Да. Блять. Так я как-то вообще шел вверх или вниз, на? Я уже забыл. Просто пиздец какой-то. Да ну ладно, ну ёб твою мать. Я же прошел только что, нихера не было. Так, подожди, мне все-таки может быть не сюда. Я что-то вообще запутался уже. Если по чесноку. А, я пришел вот оттуда. Значит, мне идти туда. Как вы, сука, меня видите, блядь? Я же вас не вижу. Падлы. Вы что-то как будто озверели, блять, в натуре. Все было нормально. И вдруг все стало плохо. Даже пиздец. Где мои души, блядь? Нахуй с ним. Да ну ёб твою мать, блядь, ну как? Как так-то? Вот оружие чуть послабее, уже сосёшь. Блять, колотится нахуй. Ебать, 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 да отъебись ты от него, придурок, блять. Завалят же, сука. Пиздец, блять, 10 метров нахуй прошел уже. Это что такое, блять? Что, блядь, еще за новости, нахуй? Ну а хули мне туда идти? Надо идти хилиться теперь, вот, блядь. Кстати, ловушки здесь... Пиздец, прошел, да? И все, обратно считай. Так, ну ладно, надо пушку, короче, менять. Блядь, опять что-то новое нападало. Карабин изумрудный, охота, что-то.
лучше. А, ну это у меня уже есть. Пока что эта пушка похуже. Лучше пока не могу, да? Мне надо еще 4 базовых компонента. Ох, ребята. Я дойду куда-нибудь, нет, блядь, в этой серии. Уже час хожу, блядь, вокруг да около, ептать. Хотел к боссу пойти. Изначально. Так, надо этих пидоров сначала убить, наверное. Так они не дают ни хера это сделать. Перезаряжайся, блядина, ёб твою мать. 3 раза нажать надо, что у тебя. Ну почему он до туда не достреливает? Ну это что за снайперка, блядь, которая стреляет на 3 метра, блядь, ёптать. Не, ну я, конечно, все понимаю, там. Хардкор, блядь, все дела. Но дальность стрельбы-то, извините меня, нахуй. У меня, блядь, дробовик до туда достреливает, ёптать. Какая падла там в меня стреляла гипероружием, ёптать. Падла, все-таки успел перед смертью, блядь, засадить 2 пули в меня. Пидор, ёпта. Какая-то хрень начинала огнеметить, блядь. Может, я убегу нахуй? Ебать. Ебать, она не закрывается. С них, наверное, пухи какие-то падают. Блять, я еще в какой-то зал вошел. Это просто пизда. Ебануться вы. Это просто пиздец, блядь, ребята. Тут очень сложно играть, если не знаешь, что происходит. Ну, то есть, где враги, чё как. То есть, постоянно внимание, конечно, ну, очень сложно концентрировать постоянно внимание. Когда знаешь, тогда полегче. Не сильно.
блять, вот почему он сейчас, сука, не ударил, пидор. Потому что минус две фляжки — это не дело вообще. Так, что ж делать-то? Как мне этих пидоров по-быстрому завалить? Пошел. Ну это ладно. Этот трай засчитывается. Теперь ты мне, да, проблем доставишь, сука. Пошел отсюда, зеленое чмо. Ай. Блять, нихуя не станет, пидорас. Кто там еще нахуй? Ебать, а вы откуда здесь? Ты кто-то тут? Ты раз здесь был? Ах ты падла. Это у него защитный барьер еще или вот это? Как все запущено-то, а? Что ж делать-то, блять, как их... Как убивать-то нахуй? Ладно, давай так попробуем. Охуенно, блядь, выстрелил. Охуенно, блядь, выстрелил. 100 спокойно, пидор. Охуенно, блядь. 10 патронов на снайперку дают, блядь. А чё не один-то, блядь? 10 много нахуй. Слишком просто, ёптать. Ладно. Пидоры. Хотите хардкора? На, сука, тебе хардкора. Лечись, блядина. А. Ай, блядь, это не то нахуй, ёб твою мать, блядь. Пиздец, когда-нибудь будет порог, предел, блять, хардкорности в играх или нет, нахуй. Так, то есть все, да, я дошел до хуй знает докуда. Зачем-то. С двумя фляжками. Там еще, конечно, на право можно сходить по лестнице, да? Но я пришел куда-то, блядь, хуй знает куда.
такое ощущение, что я отсюда живым не вернусь, нахуй. Блять, какая-то хуйня, блять, прется. Ай, нет, 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 ёбаная кнопка, сука. Сдохни, Питер. Я уже в кнопках путаюсь, нахуй. Бля, да просто пиздец. Это еще один зал такой же. Че, бля, забаговал, сучонок? Ну и стой там. Ну и как его оттуда достать, нахуй? Ты не оборзел, блядь? Сам ничего сделать не может, но меня стреляет, нахуй. Сейчас. Кто бы, сука, сомневался? Блять. А, так они со щитами, что ли, блять? Я их поэтому пробить не могу. Только сейчас заметил. Защитник белого жреца. Спецкомплект. Локации. Вылезет? Нет? Улучшение технические. Какая хуйня стреляет, блять, а? Да ты сдохнешь, нет, твою мать. Ну чё, пиздец. Я опять без хилок, нахуй. Они все лезут и лезут, нахуй. Бля, я до куда-нибудь дойду, нет? Или вряд ли? О, все, конец, кажется. Взял того, господи, даже посмотреть не успел. А, не, какой конец? Это... Конец это только начало. Подтвердить, блядь, что вы не хотите умереть, блядь. Ну, боевизм тоже. Чё за хрень, блядь? Засада ёбаная.
У меня и так здоровья нет. Чего у меня, блядь, еще в засады? Это просто пиздец, ребята. Как дойти до суда живым-то вообще, нахуй? Ну вот в реале, если, допустим. Да ни один, блядь, разумный человек не пойдет, нахуй. В здравом мысли. Ну, дайте хоть сейф, что ли, я не знаю. Все уже, блядь, что. Вы же должны понимать, что я труп. Или тут, блядь, процедурно генерируемая локация. Которая не кончится никогда, нахуй. 22 целевых указа. У меня 20 только. Блин, ну обидно будет сейчас сдохнуть-то, а? Далеко зашел. Вот они, конечно, зря не сделали альтернативных хилок. Ну, то есть, не КРПшки, потому что КРПшки падают очень неохотно, скажем. Может, вот здесь что есть? Шрам бездны. Ебать, куда я пришел? Вот это как открывается, ёб твою, я понял, куда я пришел. Это же босс тут был. Во, и что тут роковой молот военного совета? Вот там босс, ну, был. А я все думал, как же это, блядь, открывается дверь-то? Офигеть, блядь. Вот это вот хитросплетение, офигенная игра. Вы вот, кто хает, просто не прочувствовали кайф. Да, сложная, блядь. Так это, если бы она была легкая, была бы неинтересная как раз. А вот она интересна именно тем, что она сложная, блядь. И хочется, блядь, пройти. Так, а что это? Это вот это, да? А что это? Это снайперка или что это за хуйня? Ишь ты, блядь. А, нет, это, наверное, карабин. Что-то у него скорострельность какая-то. Стреляет он энергией, да? Двадцать три за выстрел. Тут много или мало? Не знаю даже. По-моему, не очень. Надо, конечно, потестить, но... Что у меня было? Вот это? Нет. Автоматический дробовик. А, легиона у меня был. 6 у 10. Я могу улучшить? Могу. А надо? 6-10 будет. Короче, ладно, я видео на этом закончу. Надо посмотреть. Это оружие себя представляет или что я там сейчас взял, вот это что-то хрен знает. Короче, тут вообще по-хорошему надо все оружие тестить, потому что непонятно, что за пушка, хрен его знает. Пока не потестишь, не поймешь. Ладно, пока все.